В Югре предложили составить свой рейтинг, а точнее антирейтинг. Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский рассказал об идее ранжировать города автономного округа по количеству алкомаркетов на 1000 жителей. Такая идея появилась у главного врача региона после визита на родину в Омск. Там руководитель Депздрава и обратил внимание на большое количество точек продаж спиртного. Многие первые этажи и цоколи высотных домов пестрят вывесками рюмочных, пивных, водочных и других магазинов с алкогольной продукцией. На своей официальной странице в Инстаграм чиновник рассказал, что результаты исследования потом хочется поставить с показателями смертности в регионе.